Всем привет, друзья мои! Да, ха-ха, это я, значит. Всем привет, друзья мои, подруги, с вами, как всегда, Алекс. Значит, мне, мои зрители писали, что в этом замке, значит, находится какое-то красное платье или еще что-то, то, что я не нашел. Башня Бастиона, значит, я здесь почти все облазил. Я думаю, что надо идти... Слушай, я туда допрыгну или не допрыгну? Попытаюсь, значит, опа, нормально. Приземлиться сюда куда-то. Ой, я промахнулся, можно было туда, значит. Опа, зайдем сюда, посмотрим, полутаем. Здесь очень много лута, значит. Жители окраины есть. Поищем красное платьечко или платочки, я не знаю, что зрители писали. Значит, поищем здесь, потому что духа... Опа. Там что-то есть еще. Тут рыцарь какой-то. Так, я понял. А здесь что? Непонятно что. Значит, ну пойдем туда, я не знаю. Возможно, вниз надо спрыгнуть. Там тоже что-то есть интересное. Ой-ой-ой. Кто ты такой? Кто такой? Я тебя спрашиваю, ты кто? Я не знаю, кто это был. Но кристальный меч, честно говоря, секира горца, нифига себе здесь лута. Так, здесь еще что-то было. Секира горца, это хорошо, конечно. Так, плюхи от кровотечения. Опа, да здесь вас много, значит. Тихо, ша. Здесь еще что-то. Не знаю, где искать это платье, но здесь я не находил. Опа, какая-то ножка. Тихо. Тихо. Не надо психовать здесь. Здесь еще один у нас, да? Провались ты пропадом, значит. Так. Непонятно. Какой-то рыцарь непонятный. Слушай, ну они сильные, эти рыцари. О, я вижу. Я вижу сундучок. Стол такой красивый. Здесь все красивое. Что у нас здесь? Вуаль ложности. Ничего себе, вуаль нашел. Так, вопросы. Где мы, значит, и куда нам надо? Опа, здесь... О! Нифига себе! Там собаки. Здесь кого-то висит, значит. Ладно. Да елки-палки, наведись-то, а! Тихо, ша. Руна бедняка. Так, а здесь что... О, алый капюшон. Слушай, я нашел. Я нашел алый капюшон. Сейчас все здесь соберем. В принципе, и можно идти, наверное, к этой, да? К девочке, значит. Так, там наверху, по-моему... Мы отсюда шли как-то, да? Что это за лифт? Непонятно. Он... А, здесь есть лифт, да? Давай посмотрим. Тут что-то наверху, по-моему, было. А, здесь паук этот был. В принципе, которого мы завалили, да? Вот здесь наверху что-то есть. Как попасть сюда? Что-то не совсем понял, как попасть, но сейчас попробую. Можно уже в замок идти, наверное.
там ходят, да, тут, тут кто сидит в этой двери, в этой темноте. Слушай, а где мой фонарик? Как хорошо, что я фонарик купил, значит, вот. Он вечно светит. Тут без фонарика, наверное, никак. Чё, спим на посту, а? Опа. Слушай. Сейчас мы все здесь соберем. В этом замке. Здесь еще какой-то Родрик или Роджих какой-то есть. Только стрела. Да ладно. Я так долго шел сюда. Значит, капюшон мы взяли. Я так и не понял. Я так и не понял, как наверх сюда попасть-то, а? Там реально что-то вкусненькое лежит, да? Так, тихо вы там. Разговорились уже, слышишь? Разговорились. Может, открывается с другой стороны. Ну, слушай, если бы я был с другой стороны, значит, было бы все в ажуре. Может, здесь невидимая стена, невидимый шкаф какой-то. Ладно, мы спрыгнули туда. Но сюда, там, слушай, сундучок есть. Непонятно, как попасть туда-то, а? Открывается дверь с другой стороны. Вот она загадка. По этим тросам я вряд ли смогу туда забраться. Ох, да я тут даже спрыгнуть не могу. Что-то я либо тяжелый, либо что. Здесь высоко я прыгаю. Не-не-не, тут я не перепрыгну. Непонятно, как туда попасть, но явно там что-то тоже вкусное есть. Это все не рубится, ладно. Возможно, с крыши снова спрыгнуть туда можно. Ну, значит, я здесь все, значит, давайте отправимся в этот замок. Я надеюсь, призраков больше здесь не будет, красных вот этих вот противных, значит, таких. Крепость, где ты, красная шапочка, елки-палки? Не понял, она возле камина здесь стояла. О, она уже здесь сидит. Слушай, а зрители правду говорили. Рада снова тебя видеть. Большое тебе спасибо. Мне следует поблагодарить тебя, не так ли? За убеждение мастера Хью. Рада сообщить, что он обучил меня благородному ремеслу усиления духов. Я пока еще не знаю, на что способна. Но буду очень рада помочь тебе, если потребуется. И если есть хоть малейшая возможность облегчить страдания моих бедных солдат, ставших, то я определенно должна попытаться. Родерика, начинающая наставница духов, рада знакомству. И я как рад. Вот. Усиление духов. Вот этого я могу. Прах кристаллица улучшить. Вот я хочу кристаллицу улучшить. Это просто имба. Просто имба. Могильный ландыш 2 надо. Могильный ландыш 2 я не знаю. Но и вот этих могу улучшить, но я не знаю. Мага не хочу, а прах кристаллицы, слушай. Прах кристаллицы, могу я попросить об одолжении? Хотела бы попросить тебя об одолжении. Не возьмешь эту кроху с собой. Здесь их призвать нельзя. Но духи к тебе благосклонны. Давай еще кроху. Думаю, малыш будет рад твоему обществу. Прах призрачной медузы. Ну, спасибо. А где он? Его что, усилить нельзя? Или надо просто выйти? Где мой прах призрачной медузы?
Вот она, да. Но она не такая сильная, как, конечно, прах кристаллица. У меня теперь плюс один. Горстка праха, где все еще обитает дух, используйте, чтобы призвать духа кристаллицу. У нее просто офигеть, сколько хп, ребята. Просто офигеть. Это очень-очень много. Так, значит, что ты там нам можешь предложить? Ну и где тебе вздумалось прятаться? Я принял тебя за мертвеца. Хотя какая в сущности разница? Ты же выкладывай свое оружие. Так. Продать Орода Рике. Я поговорил с девушкой. У нее дар к усилению духов. Поэтому я рассказал ей все, что знаю. Я обязан одной наставнице духов, с которой повстречался давным-давно. Только так я и мог почтить ее. Извини, что сомневался в тебе. Да не, ничего, все нормально. Так, усилить оружие. А только арбалет могу усилить, да? Не знаю, надо мне арбалет, не надо мне арбалет. Ой, слушай, а что с копьем здесь? Кузнечный камень мрака один надо. Может, копье? А что с топором? Слушай, ну топор тоже нифига себе просто, да? Но копье это имба, просто имба. А значит, имба, но я ее еще взять не могу в руки, значит. Я напоминаю, я там выпускал гайд, где найти, значит, эту самую кристаллицу. О, как дела? Давай пообнимаемся. Где найти кристаллицу, значит, и копье кристальное найти, да? Также там есть как раз те самые билки, которые позволяют усовершенствовать духов. Они внизу у той, значит, я не знаю, как это назвать, паук какой-то дымный, но лучше к нему не подходить. Меня Редувия спасла просто на ура спасла там. Я просто встал, он не мог ко мне залезть, и я его Редувии просто бабах, и все. 5-6 ударов, и его больше нет. Благословение, а чё так мало? Чё так мало дало? Одну штучку дает. Да еще, а? Конечно, хочу. Просто так? Давай просто так пообнимаемся. Что будет, если постоянно обниматься, интересно? Давай просто так пообнимаемся. Давай, обними меня как следует, давай. Я хочу посмотреть, как ты меня обнимешь. Я хочу, чтобы ты обняла меня как следует. Давай, крепко так, вот так. Твое величие так и лучится теплом. Хорошего дня, мое солнце. Не, давай еще раз посмотрим. Может, что-то произойдет, я не знаю. Но ведь не просто так она здесь сидит. Я уже со всеми переговорил здесь. Я так рада, что ты здесь. А как я рад, солнышко мое. Да, давай. Давай, обними меня. Обними меня. Просто так, да, я хочу просто так. Я хочу тебя просто так, давай. Давай, подойди. Давай. Я безумно рад, что я кристаллицу улучшил один раз. Я думаю, теперь она будет просто сильная. Если ее улучшить еще один раз, я думаю, что она будет сражаться за меня. Со всеми боссами. Потому что это очень-очень мощный дух. Очень мощный дух. Так, хорошо. Ничего не происходит, да? Ладно, ладно, пообнимались и хватит. Так, ты здесь, да, все на своих местах. Остальных духов я пока не хочу улучшать, мне кристаллицы хватит. Так, а кто здесь у нас остался? А, вот этот сидит, непонятно. Чего ты сидишь тут? Кто живет после смерти? Особенно если приметишь среди них лодочника. Значит, надо лодочника какого-то найти, да, но я... Пока так. Что у тебя с магией здесь? Давай посмотрим. Что такое дать? Записано в ней молитвы не имеет отношения к древу Эрт. Я приму ее. Так, что ты тут... Ого! Ёлки-палки. Это что за взрывы? Восполняет ОЗ вам и ближайшим союзникам.
Неплохо, неплохо, однако, да. Так, это срочное лечение. Молитва отказа создает ударную волну, отбрасывающуюся врагов. Из руки заклинателя в пламя. Заклинатель бросает шар ревущего пламени. Поджигает область перед заклинанием. Я не знаю, какое заклинание. Сопротивление огню повышает. Молитва. Лечение. Что-то крестик стоит, непонятно. Может, мы купили уже, не знаю. Где их смотреть, давай посмотрим. Да, хорошо, хорошо, со мной прибудет свет, значит, обязательно, да, снаряжение, так. Где у меня эти смотреть, поставить, могу я какое-то заклинание? Не вижу никакого заклинания, есть медуза и есть моя эта, да? Прах, кристаллица, фляга, так. Я поубирал здесь лишнего, значит. Вот сюда вот, что поставить я могу. Инвентарь, так. Кристаллица, так, это осколочки, все понятно здесь, да? Но непонятно, как магию, если знаешь, напиши, как поставить магию туда, в этот слот. Я магии даже здесь не вижу. Подожди, если что-то купить, куда оно денется, интересно? Да давай, я понял, изучить молитвы. Давай хоть что-то купим. И исцеляюсь, защита от магии. Вот. Защиту от магии купим. Я думаю, хорошо, я понял. Да, я думаю, пригодится. И где это? Значит, снаряжение. Здесь есть защита от магии. Куда оно идет, эта фигня вся? Я не могу понять просто. Создание, так. Ну, создание, это понятно. Это я создаю тут горшочки всякие. Инвентарь. Ой, вот эта вуаль ложности позволяет слиться с окружением, тратит ока. Неплохо. Ближайших союзников. Так, вот это можно заюзать, конечно. Что-то не вижу я никакой магии. Куда их покупаю, непонятно даже. Возможно, у меня и нет магии. Ну, я не знаю, если честно. Вот, два медальона, два разных. Святого Древа и медальон Дексуса левый. А, вот, наверное, подожди. Свиток из Академии. Применить не могу, да? Карта, 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 карта. Справочник. Справочник лекаря. А где заклинания мои, а? Непонятно, где мои заклинания, почему я их не могу поставить. Возможно, я не мах, а возможно, я не понимаю, как это сделать. Значит, ладно, что у нас в замке? Что у нас в замке здесь, а? Башня Бастиона, так. Главные врата. Давайте пойдем в какой-то башне, куда-то дойдем еще, наверное. Потому что я не знаю, тут вроде второй должен быть мини-босс какой-то. Либо босс. Я же не думаю, что тот паук достоин звания этого, да? Так, давайте карту включим, посмотрим. По крайней мере, тут все понятно. Вот здесь что-то есть. Однозначно. То есть, если смотреть вот туда вот. А, церквушка вот эта, да? Это так близко оно, что ли? Да не, не может быть так близко. За ней получается, да, что-то? Так, здесь птички, туда я дальше не пройду никак. Поход по крышам мне надо попрыгать, да? Ну, давайте попробуем вот туда теперь прыгнуть. Вот, я перепрыгну. Пойдем сюда же я прыгну, правильно? Че, я здесь не прыгал. Вот там еще что-то есть.
Ай ты, ёб твою. Налево, иди сюда. Ёлы-пал. Посмотри, какая ты мощная, а. Точнее, не сильно мощная, а мне на крыше неудобно драться так. Дремать, скрестив ноги. Это какой-то знак опять. Какая-то поза, значит. И что, я здесь ничего не получу, что ли? Я здесь ничего не получу? А я хочу что-то получить. Так, но здесь я спрыгнуть смогу. Вот в чем вопрос. Давай, опа, там что-то лежит еще, стой. Здесь что-то есть. И я опять скатился куда-то. О, кузнечный камень мрака 2. Ну и то, о, дверь какая-то. Применить мечевидный ключ, да давай. Применим. Ёлки, я отпрыгнуть не успел, а? Такие злые они, а? Каплевидный щит с ястребом какой-то. Фига себе, ребята, вы чё? Мизерикорд какое-то, новое оружие. Офигеть. И здесь кто-то сидит. Железный точильный клинок. Слушай, хороший железный точильный клинок, наверное. Ёлки-палки, алю. Обобрать труп могу еще, да? Так, я кого-то слышу, не пойму кого. А мне что, вниз прыгать, что ли? Да не, вниз я разобьюсь, наверное, к херам, блин. Я не знаю как. Мне кажется, разобьюсь просто-напросто. Не хочу я прыгать вниз. Это что, все, что здесь было, что ли? Как-то бедненько. А, ну здесь я был уже, да. Здесь я был. О, лифт. Давай на лифте поедем. Покатаемся. Замок настолько большой, слушай. А, и здесь я был. Это самая высокая эта точечка, понял? Понял. Отвалите. Так, тот там стреляет. Тут проход где-то, да? На повыше нам. На повыше. Пониже, я не знаю, пониже уже все исследовали. А, здесь... Трубач будет сидеть, да? Да, 100%. Вот это чувак с трубой, значит. Сейчас подкрадемся. Сейчас, как в Assassin's Creed прям. Вот. Так, и вот эти спят, это тоже, в принципе, нехорошее. Зачем ты встаешь, когда ты сделал атаку? Я постоянно садиться нажимаю. Так, где-то здесь еще спали, вот. Тихо. Так, только ману тратите мне зря, причем. Так, здесь мы тоже куда-то заберемся, наверное. Вот так ману не тратит он, кстати. Он сюда я не запрыгну, да? Так, все вроде, все. Пойдем еще повыше куда-то. Ай, куда я спрыгнул-то? Куда я спрыгнул? Надо как-то найти этого жуткого второго босса здесь в замке, да, охранника, хранителя. Вот, как-то... Так, я могу сюда, да? Так, вот в этой церквушке я был. Я был. Давай повернемся на нее, посмотрим. В этой я был. Это вот это она, храм Ирит. Непонятно, куда я смотрю. Ну, судя по всему, это она, да?
Куда мне дальше, непонятно. Где этот страшный босс? Так, а там я не перепрыгну, наверное. Посмотреть, что там есть. А может и перепрыгну. Перепрыгнул, нифига себе. Я почти уже, значит, ассасин. Чё вы здесь прячете? Чё-то не понял. Ничего? Ничего, ничего не прячет. Так, где же этот может прятаться-то, а? Главный злодей-то, ой. А, это мы тут птичку убили, я тут был. И нафига я забрался сюда? Там что-то белое было, ладно. Вот я перепрыгнул опять сюда, я не знаю. Куда здесь идти? Та сторона это, мне б туда как-то пробраться, да? По идее. Дерево, птичка. Ну давай сюда пойдем. Ну, замок, конечно, полон тайн. Это вот эта сильная охрана, типа они говорили, да? Какие-то мобы, значит. Непонятные. Это не сильная охрана. По крайней мере, и для меня. Так, мне главное в текстурах здесь. Так, ну это не босс, это... Явно не босс, да? Но вот здесь есть мостик. И там я не был еще. Так, мы прокрадемся. Чтобы нас никто не видел. Я ж перепрыгивал. Вот ты какие шустрые, а. Смотри, только репутацию мне тратят. Постоянно, а. Справочник воина-кочевника. У меня есть уже такой. Так, и куда дальше, мне непонятно. Есть лестница, да? А что, я сюда не могу попасть, разве? Могу. Могу, но непонятно зачем только, да? Самое главное, красное платьечко мы нашли уже, да? Сидят, значит, все такие унылые какие-то. Что там есть, что нету? Опа, так, через текстуры подсмотрел, значит, вроде нет ничего. Это не главный босс там? Тихо, никому не рас... Деревянный щит какой-то нашел. Никому не рассказывай, что я здесь, значит. Вот мне кажется, он проход какой-то охраняет, да? Так, ты еще застрянь мне здесь. Присядь. Присядь. Сейчас мы проберемся. Опа, здесь еще, смотри, сколько вкусняшек, а. Гриб какой-то. Непонятно зачем. Тут что у нас? Призыв, не призыв какой-то непонятный. Вот здесь что-то есть еще, да? Какая-то статуэточка. Этот омут призыва теперь активен. О! О, новая сохранялочка. Как классно. Как классно, слушай. Я нашел ее. Я нашел ее, да.
Так, а по карте мы... Ага, вот здесь. Нет, все-таки это не церковь. Значит, нам туда надо идти, ближе к этому, да? Открывается с другой стороны. Да почему у вас все двери открываются здесь с другой стороны? Это как? Лифт какой-то. Давай потянем. Тянем. Я здесь, по-моему, не был. Да, я здесь не был. Давай спустимся. А, не, поднимемся. Ёлки-палки. Только вверх. Только вверх пойдем. Так, и кто, что у нас? Я что-то слышу. Горшки какие-то. А, вот что я слышу. Так, пепел войны, буревестник. Нифига себе, я могу бури делать. Так, этот омут призыва теперь активен. Омут призыва очень важно, дабы при... О, еще одна, что ли? Или это та же самая? О, вот он, босс, да? Опа. Слушай, мы пробрались. Очень хитро с тобой, да? Давай отдохнем возле этой благодати и пойдем. Мне уже нравится это. Скоротать время до утра, да? Давай до утра. Утром, утром не такие все страшные, значит, как ночью. Уйти. Сразу поставлю свою эту крошку. Вот. Я не знаю, что призвать ее нельзя. Возможно, там можно будет призвать. Ну что, погнали. Пройти через туман войны. Проходим. Здесь, наверное, второй босс. Босс самого замка. Могучий дракон. Ты законный наследник. Даруй мне свою силу, родич. Вознеси меня на невиданную высоту. Не надо на высоту, надо тут драться, честно. Так. Погасшая душа. Ничего себе у тебя рук слуг. На колени я приказываю тебе. Слышь, ты немного на себя бери там. Я владыка, значит. Давай. Я тебя улучшил не просто так. Так, теперь мне надо бутылочки поставить. Бутылочки. А ну, давай, покажи ему. Ой, слушай, да неплохо она его, а? Давай вместе его, а? Ой, дед меня прижало, я не вижу где. Надо срочно выбираться. Так, не трогай, подожди, мне надо ману. Да, это неудобно, конечно, ману восполнить. Вот, переключиться на нормальные фляги. Так, не убивай мою... Не убивай мою владычицу, что ты орешь, у тебя еще пол хп есть. А, ты топором, значит, рубанул себе конечность. Не, ну бывает такое, ты неаккуратный просто, чел. Я надеюсь, моя владычица еще останется после этой заставки. Потому что она просто неубиваемая. Сколько он ее колотит, а? Как хорошо, что, а, зрители сказали, луч дух, да, а я еще и нашел дух, офигенный дух. Даруй мне свою силу. Да хватит уже. Хватит даровать. Хватит даровать. Нихера себе. Это что за рука такая? Бля, ну начинается, значит.
начинается. Рука дракона. Я надеюсь, жизни у него не восполнились там. Так, значит, огнем будет по мне, да? Не, владычица моя есть, это хорошо. Фига себе, не, дружище, давай подойдем к нему. Ага. Подойдешь тут, ничего не видно. Я тебя зачем звал? Драться звал, алло. Подруга. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Давай, нанеси ему там. О. Ёб твою. Бей его, бей. Дайте я от огня уйду, а? Так нечестно, это читер какой-то. Ты убил мою владычицу, козел. Надо до третьего уровня было ее. Да, слушай, тут от огня надо. Амулетик какой-то иметь. Я подойти к нему не могу, да? Я не могу подойти. Я не могу подойти. Я алло, алло, алло. У тебя одно хп осталось, козлина. Вот тебе, а? Думал, с первого раза не одолею. Я владыка всего золотого, да. Сосалите, короче, тебе. И однажды мы вернемся в наш дом, так. Я обгорел чуток. Я скелет, а я обгорел. Годрик, где ты? Так, великие руны. Так, великая руна Годрика. У меня есть воспоминания о старуком. Воспоминания о старуком — это то, про что говорили ребята, да, мои, значит, дорогие зрители. Есть воспоминания, его можно что-то там сделать, короче. Я хочу отдохнуть у благодати, если честно. До утра прямо вот так вот, чеп, скоротаю. Владычица мне очень помогла первого уровня, да, я ее сделал. Я бы ее второго прокачал бы вообще, чтобы было вообще просто бомба-пушка, значит. Хотя она и так бомба-пушка у меня очень такая вообще, секси просто. Так, ты иди сюда. Дальше что? Дальше в замок входить? Слушай, я думал тебя уже жахнуть. Ты не повелитель, а жалкое ничто. Так мною помыкать после стольких приращений. Чего этим ты добился? Где же теперь твоя спесь, а? Годрик, фу, мерзкий слизняк. Ощути его, ощути мой гнев. Здравствуйте. Здравствуйте. Этот слизняк Годрик всегда смотрел на меня свысока. Благодаря тебе он получил по заслугам. Правду говорят, что посеешь, то и пожнешь. Душа его была уродлива, лицо еще безобразнее, а гибель ужаснее всего. Да, погиб он просто вообще капец. Сражались мы до последнего. Так, ну ладно, что тут, еще можешь заговорить. Полагаю, теперь я свободен. Я могу делать все, что захочется. Разве нет, дружище? Да делай, в принципе, все, что захочется. Я не знаю, кто ты тут, я тут меч увидел, но это просто меч, да? Здесь ничего нету вкусненького, а? Для Алекса ничего нет. А вроде ничего нету, значит. Ладно, пойдем сюда. Что у нас здесь в башне? Давай откроем, посмотрим. Годрик, значит, точно. Маргрута мы убили этого. Остался Годрик только. Так, это что, кресло Годрика? Это он здесь сидел?
Теперь здесь сидит могучий Алекс. Вот так вот. Никакой Годрик. Теперь здесь я. Вот. Я, значит, здесь. Так, ладно, а что дальше делать? Что дальше делать? Куда идти? Куда идти? Куда податься? А тут не горит, слышишь? А, здесь я биться не могу ничего, да? Да, я здесь ударить даже не могу ничем. Никак. И что мне это дает? Что мне здесь делать? Ага, есть еще куда-то, да? Пещерка потайная, значит, такая замка. О, здесь я могу уже. Отлично. Слезли. И здесь у нас что-то есть. Виноград. Давайте заговорим. Дева, милая дева, где же ты? Прошу, прими мой виноград. Виноград я взял, алло. Дева, милая дева, где же ты? Прими мой виноград. Да какой виноград? Виноград я взял. Дева, ты где? Дева. Не знаю, где дева здесь. Непонятное задание от призрака — найти деву. О, мы выходим. Прям на свежий воздух. И где это мы? А, все правильно. Это мы возле своей сохранялочки. Кстати, я обошел этот замок. Озерная Лиурния какая-то, в общем. Да, да, здесь мы бегали, значит. Здесь мы прокачивались. И довольно неплохой кристальный меч нашел. Он мне очень нравится. Ребята, всем огромное большое спасибо человеческое за ваш просмотр, за ваш лайк, за ваш комментарий. Совсем скоро мы увидимся с вами уже в новом, в новой истории Elden Ring и в новом прохождении. Пока-пока. До скорого.